Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Kingdom Rush Легенды. Ну что же, соберем команду. Хотя, в принципе, меня вот такая вот команда вполне устраивает. Все будет зависеть от того, кого нам дадут четвертым. Ну что, начать? Будем потихонечку продвигаться. Так, это мы все с тобой читали, все прекрасно знаем. Начнем приключение. Естественно, начнем. Так, двигаемся. Ну что, у нас тут скелетики внизу. Пойдем, наверное, навестим именно их. Так. Взял я главным персонажем Олуха. Погодите. Что-то здесь не так. Ой. Ну, естественно. Естественно, что здесь может быть не так? Конечно же, тут скелеты... Лишивы на нас будут наезжать сейчас. Ицон! Ицон. Вот тебе Ицон. Что мы сделаем с тобой? Эх, фиг его знает, что мы сделаем. Если встану сюда, я достану? Достану. Но он также до меня может достать, да, если добежит? Так, сколько у тебя там здоровья-то, а? Дофигище, да? Скваш, вот тебе скваш. Так, давай-ка мы, наверное, сюда с тобой перейдем. И вот эту вот гадость пульнем. В плане по единичке. Эй-эй-эй-эй-эй. Дело дрянь. Ну давай. Сделаем так. Так, этот скелет рухнул. Блин, сейчас мне быка быстро ушатает. Что за дела-то? Сколько у этого здоровья? Он не упал, он не рухнул. Давай, звездель по нему. А это добьет, да? Так, эти лежат в руинах. Кэмон, кэмон, кэмон. Давай мы того попробуем сейчас. Так, это тоже. Все? Быку крышка? Сдохни, гаденыш. Давай этого нахлобучим. А, все, победили. То есть, если они все валяются, мы здесь выигрываем. Понял? А я думал, что надо будет уничтожать их до тех пор, пока они все не слягут. Че, опять скелеты у нас там впереди? Блин. Давай хотя бы отдохнем, что ли, я не знаю, ребят. Здоровья-то, посмотри, сколько мало. Во, уже совсем другое дело. Погнали. Бежим сюда. Очередная битва со скелетами у нас сейчас будет. Ну, я думаю, что мы справимся. Ух, ё-моё. Так, обиженный будто у собаки, чё там? Хватит шуточек. Но я серьезно. Серьезно он. Вот смотри, что тут происходит. Бегут на нас скелеты, плюс еще там жрица-демоница. Так, давай попробуем, наверное. А что если я вот в эту фигню стрельну? Серьезно? Просто пшик. Просто обычный пшик. Ладно, я постою пока здесь. Пускай они эти упыри сами ко мне бегут. Достанешь? Достанешь. Вот, будем сейчас их здесь колбасить потихонечку. Лучников, слава богу, здесь никаких нет, поэтому... поэтому что? Поэтому так сделаем, да? Смэш. Вот и смэш. Так, этот отлетел. Этого... подобьем.
Это еще гадюка идет сюда, а? По олоху, да, все-таки ударила. Ах ты, мразота ты несчастная. Сделаем тогда вот так с тобой. Шу-шу-шу-ш. Так, один рухнул. Олох, тебе надо уйти отсюда. Это однозначно. И вот сюда вот так вот вжаривать. Ну? Этот уже вскочил, голодранец, а? Это фигни твой, камон, камон, камон. По идее, ему тоже бы надо сматываться, потому что скелетоны встанут. Ладно. Если ты сюда звезданешь. Подбили, да? Того подобьешь? В плане он не упал. Ёпрасоте. Короче, сделаем так. Опа. Еще и оглушили, да? Подожди, подожди, подожди. А если встану сюда? Понятно. То есть выбор невелик. Либо-либо, да? Make them burn. Давай сюда тогда сделаем. Кого она пойдет бомбить? Олаха, что ли? Нет, инженера. Она бомбанула инженера мне. Так, скелет минус. Короче, штрафное очко у меня получает инженер. И это плохо. Ну тут понятно, тут мы этого добиваем. И этого тоже уничтожаем. Потому что он еще и горит, ко всему прочему. Оу, я не увидел, что там. Я не увидел, ребята, что сзади скелет встал. Ёк-макарёк. Видишь? Ладно, мы его уничтожаем. Блин, у нас еще и олох получает штрафную очко. Твою налево. Думал, что только инженер. Угу. Держи карман, как говорится, шире. Давай лечить. Я думаю, что, наверное, все-таки надо на инженера. Или на олоха, нет, на инженера. И прокачивать мы будем с тобой олоха. Готово. Так, у нас тут есть две рулетки. Либо-либо, куда пойдем? Пойдем сюда. Уж не знаю, что там у нас. К нам подошел старый колдун с улыбкой на лице. Здравствуйте, путешественники. Хотите победить секту? Могу помочь увеличить вашу силу. За определенную плату, конечно же, говорит он. Ну что, по рукам? Выбрать героя. Олаха. Во время рукопожатия мы почувствовали боль от ожога. Нас переполняли темные эмоции. Колдун сбросил свою личину и открыл миру лицо демона. Хе-хе-хе, не благодарите, сказал он перед тем, как исчезнуть. Ты посмотри, сколько у нас теперь у олоха здоровья. А? Неплохо, да? Да, ну то есть нормуль. Такой бонус получили. Мы услышали громкий визг из ближайшей пещеры, который становился все громче с каждой секундой. Мы изумленно наблюдали, как бесчисленная орда голодных крыс неслась прямо на нас. Тут можно либо их отвлечь, либо отбиться от них. Давай отвлекем.
Крыс оказалось слишком много, и мы решили отвлечь их нашей едой, бросив ее подальше от нас. Приятного аппетита. Ага, минус еда. Плюс 700 очков. Так, слушай, тут надо, наверное, уже прокачивать инженера нам. Вот с этой вот молнией. Окей, ну что, двигаемся дальше. Опять у нас там, блин, скелеты поджидают. Да чтоб тебе. Ну, а что сделаешь, ребят? Однажды мы повстречали путешественницу. Так, вот, как раз нам сейчас дадут кого-нибудь. Путешественник оказался лесничим, точащим наконечники своих стрел. Хотите, чтобы я присоединился к вашей разношерстной группе авантюристов? Попросить его присоединиться. Кто это нам? Лесничий воздрузил снаряжение себе на спину и с улыбкой подошел ближе. Мой лук с вами. А, это лесничий. Тю-тю-тю-тю. Ну что, вербуем, друзья мои, вербуем. Выбора у нас все равно с тобой особого нету. Пускай будет лесничий. Угу, угу. Скелеты повставали. Запакуем их навсегда. Так тут еще надо постараться запаковать их. Я так лично, например, нисколечко не против. Угу. По барабану, да? Сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть скелетонов. Да фиг ты твой смеш тут орешь-то. Чего так мало бьешь-то всего на двоечку? Объясни-ка мне, пожалуйста. Конечно, мы этого поджарим. Не обсуждается. Give me a target. Give me a target. Так, ты иди сюда, give me a target. И уничтожь. А почему ты не достаешь? Упс. Вот это вот залет. Come on, come on, come on, давай. Раз, два. Бегу. Нет, нет, нет. Блин, еще я глушил, а? Ну ты посмотри на него. Все время забываю, что эти щитом хламоны оглушают. Сюда смысл идти, да? Опасновато будет, конечно. Поэтому можно... Нет. Просто встанем здесь. И переждем. Олах. Олах, давай-ка вот этого нам свой... Уничтожим. Ну, оглушим, уничтожим, как хочешь называть. Так, встанем сюда. И уничтожим этого. Сейчас сделают какие-нибудь манипуляции. Добежит, добежал же, гаденыш. Это посмотри. И этот добежал. Да, но он не ударил. А вот то, что они здесь встали вдвоем, это очень даже хорошо. То есть мы с тобой можем их вот так. Одного? Но на самом деле я думал, что мы всех тут шваркнем. Так, инженерушка. У лесничего сколько? 4 хп всего. Так, отбегай сюда. Не-не-не-не-не-не. Так, мы отойдем с тобой сюда. И шваркнем. Окей. Так, это вскочил. Так, это теперь, да? Нет, только бы не ударил. Главное, чтобы они не ударили. То, что они встают, это все ерунда для нас, по крайней мере. Нате вам. Этого уничтожим. Тыщ. Лучник, подожди, давай-ка вот так, наверное, сделаем с тобой. Опа. Отравление на него все равно бы не действовало, да? Но, тем не менее, мы прошли. И причем очень даже хорошо. Ага, 2 еды, 20 монет, 350 сфер. Ну что, а вот тут уже выбор. Либо... Не, я пойду, наверное, к фургону. Ну, ты понял, да? К повозке. Ага. О, а это что такое? Точильный камень увеличивает урон от нападения на 1. От нападения.
У нас с тобой, блин, от нападения. Увеличит урон от нападения плюс один. Давай я возьму, наверное, этот камень. Куда его использовать от нападения? Сюда, наверное. Так, и можем прокачать. Улучшаем шип. Нормуль, нормуль, не бубни. Так, и здесь уже у нас темные. Так, а что вы не идете-то? Бежим, 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 сломя голову. Над нами пролетело странное на вид существо, несущее в когтях сверток. По диковинному виду создания мы предположили, что оно принадлежит секте. Нам не помешали бы некоторые вещи. Подстрелить существо. Естественно. Ха, все на удачу. Нам удалось напугать зверя. От испуга он уронил пакет, который камнем падал вниз. Поймать. Быстро отреагировав, мы поймали пакет. Внутри обнаружилось несколько ценностей и разные зелья в хрупких флаконах. Оу, шикарно, ребята. Зелье придает выпившему бодрости на сюжетной точке. Три штуки. Бодрости, ну, не знаю, что это означает, ребят. Три штуки. Знаешь, что нам нужно идти дальше? Тут нас поджидают с тобой сектанты. И дальше, дальше, дальше сектанты одни идут, да, у нас? В ближайшие, там, сказать, 2-3 боя. Сначала эти надоедливые демоны, а теперь проклятые герои. Просто оставьте нас в покое. Да, конечно, оставьте нас в покое. Чувак на шипы напоролся. О, нафиг ты это делаешь? Щупальца, ну это фигня, ребят. Я думал, что он сейчас превратится в этого в демона. Ты понял, в кого. Сколько у тебя там здоровья? У него что-то, в принципе, и много. Готовченко. Так, ты куда бежишь, хламон? На. Все, пока. Ну, тут сколько их? Да не так уж их и много, этих сектантов. Давай, наверное, сделаем шип с тобой. Бич. Слег. А этот не достает, да? И этот тоже не достает. Ладно. Пускай подойду чуть поближе к нам. Упс. Ёк-макарёк. Мы вернулись. А вот это было подлинненько с вашей стороны. И я, честно говоря... Блин, я не думал, что они отсюда появятся, если честно. Watch this. Блин. Ну давай хотя бы одного уничтожим, что ли. Так, лучник, 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 убеги сюда. Они не достанут до нас, нет? Нет, по-моему. И мы, блин, не достанем. Вообще не достанем. Что же сделать-то? Как быть-то? Как быть? Этих я могу оглушить. Они будут оглушенные. Но вот эти вот демонята, они побегут на нас. Я сделаю оглушение, ребят. Добежит? Добежит, блин! То есть инженеру крышка, да, получается, ребят? А, нет, подожди, еще не все потеряно. Так, сколько у тебя там идет атаки? 4, да? То есть мы с тобой можем этого... Вот этого... Да блин! Ты не достаешь. Ну, а если тебя вот, например, сюда переместить и звездануть, тогда другое дело, да? Допустим. Так, у тебя сколько идет? 3-5, урон 3-5. Если бы ты на пятерочку звезднул, было бы неплохо. Ну, проверим. Ай-яй-яй-яй-яй, всего лишь 3. Выставим его тогда, наверное, сюда, вперед. Эти оглушенные, этот оглушенный, потом идет у нас бык. Те еще и горят, да? Тем лучше для нас. Бык, бык, ты будешь добивать у нас вот этого хлыща? По идее, он может его добить. На изи.
пошел отсюда. Так, а этого мы уберем вот сюда, подальше. Да, и постоим. В кого? Всего одну единичку урона нанес. Пора мстить, друзья мои, пора мстить. Достанешь отсюда? Достанет. Ага. Превратили в жижу. Лучник, наверное, тебе лучше все-таки не рисковать и вот здесь перекантоваться пока. В кого бомбишь? Ни в кого, да? А это сейчас, наверное... Нет, я думал, что самопожертвование сделает. Тогда ему крышка, и, соответственно, мы с тобой уничтожаем эту кикимору. Со спецэффектом еще к тому же у нас получилось все. Победа, друзья. Так, 500 опыта. Прокачивается у нас лукарь. Прокачивается лукарь, улучшаем. Знаешь, что мы с тобой возьмем? Песю. На последнем боссе это пригодится. Так. Ну что, двигаемся дальше. Опять, как ты видишь, у нас тут сектанты. Опять сектанты, блин, чертовы. Эх. Это... Ой-ой-ой-ой-ой. О, новые лица. Ириза будет в восторге. Губу закатай, придурок. О, понятно. Время потрудиться. Да уж точно, время потрудиться. Че ты сюда встал-то, хламон? Я не пойму. Отдуплись. Блин, их тут сколько? Да дофига их тут. Give me a target. Давай-ка мы с тобой, наверное, песика вызовем. Хотя бы для отвлечения, так скажем. Пропускаем пока ход. Как ты думаешь, сможем подбить сразу же его? Отлично. Вот эти вот уже опасные типки. Опасные. Но в принципе... Подожди. Отсюда ты достанешь до него? Достанешь. Давай сжаривать. Так, это 7. Я не вижу его на шкале. Смэш. Блин, что делать-то будем? По идее, нам здесь нужно прикрываться. По идее. Фиг с ним, поехали. На тебе. Так, дальше. Лучник, будем травить вот этого хлыща. Отлично. Малорик, красавчик. Так, а ты, песе, сможешь же? Сколько у тебя урон? 2-4. Самое то, что нужно. Хавай этого. Четенько, да? Кемен. Так, у тебя 4 хп, то есть я думаю, что есть... Я думаю, она на пса переключится. Поэтому не стоит переживать. А, она вообще сдохла. Так, вот здесь уже будет немножко поинтереснее, потому что он-то будет издалека же шпарить, верно? Верно. Так, здесь пропускаем ход. Оп-оп, в кого? Ну, тут понятно, песику крышка. Скваш. Так, ну, во-первых, естественно, вот это вот сразу уничтожаем, пакость. Она нам тут нафиг не нужна. Дальше. Лучник, ты ведь не достанешь отсюда, да? А, не достанешь? Тогда, конечно, вот эту вот кикимору, будь добр. Так, если я встану сюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, бомбочку-то я, ребят, туда не закинул, ладно. Пожертвуем тогда инженером. Ну, зато он сделал бравое дело. Зато он сделал бравое дело. Все время ему достается. Блин, мы бы его могли на самом деле спасти. Мы бы его могли спасти, но...
Я вот так вот рискнул. Все, этому тоже хана. Бедный инженер получает штрафное очко. Ё-моё, а. Не очень, конечно, хорошо получилось по отношению к нему, да? Хотя у нас... А, нет у нас ничего. Так, выбор, куда идти? К этому колдуну? Что он нам там будет рассказывать? Сказочки какие-нибудь? К нам подошла таинственная странствующая гадалка, держащая в руках колоду. Выберите карту и узнайте, что вам на роду написано, предложила она. Так, выбрать карту. Гадалка предложила выбрать одну из трех карт. Звезда, императрица, жрец. Звезду возьмем. Звезда. Звезда. Благословенна судьба, ибо звезда укажет путь, произнесла женщина и продолжила путь. Ох ты, ничего себе мы тут получили с тобой. Благословение такое отличное. Так, а что у нас впереди? Повозка ждет и либо трактир. Либо трактир. Пойдем в повозку, наверное, сходим. У нас тут 20 монет, правда, не особо тут разгуляешься. Откуда ни возьмись, дорогу преградил один из последователей секты. «Погодите!» — воскликнул он, увидев, что мы схватились за оружие. «Я вам не враг! Все в этой секте настоящие безумцы! И хочу вернуться домой!» «Узнать больше!» «Ау, щит!» «Мы согласились отпустить его, если получим ценную информацию о планах секты. Чем он с нами довольно нерешительно поделился. Возьмите, мне больше не понадобится, сказал он и продолжил путь. Ох ты, это что такое? Что это? Увеличит урон от нападения на плюс один. Но какой ценой? Увеличит урон от нападения. Давай-ка я это использую. Блин, мы решили использовать маску, чтобы заполучить ее силу. Стоило взять ее в руки, как маска засияла. Как маска засияла. Кому лучше доверить ее? Я даже не знаю. Давай, наверное, инженеру. Так, выбрать героя. Вот его. Герой схватил светящуюся маску и медленно поднес к лицу. По жилам героя мгновенно заструилась новая сила. Однако спустя некоторое время герой почувствовал себя странно. Тю-тю-тю-тю. Плохо. Ну что, прокачка, друзья мои. Делаем прокачку, да? Подожди, а что? А, ну да, да-да-да-да-да. Улучшаем. Делаем двойника. Так, мы еще до телеги с тобой-то не дошли. Ну... Что у нас тут? Ага, мастер оружия. То есть это атака, повышение атаки. Вот это расценки тут у вас, друзья. Вот это расценочки. У меня всего 120 монет. Я могу улучшить либо лучника, либо буйвола. Естественно, будем улучшать, наверное, лучника. Все, что мне доступно было. Не густо, конечно. Ну ладно. Ну что, двигаемся дальше. Впереди нас ждут сектанты. Так, что у нас тут по секте получается? Ага. Кажется, как будто кто-то наблюдает за нами. Будьте бдительны, команда. Кажется. Опа, опа, хорош, хорош, родной. Что-то ты слишком близко подошел, от тебя воняет, смердит. Вот там и стой, гаденыш. Рванул сразу же ко мне. Чё? Ты не прихренел, не? Головастик. Фига он. Добежал же до лучника, ты прикинь.
Угу. Что-то мне кажется, что нас с двух сторон приходит. А, готов. Лучник, лучник, ты достанешь? Достаешь ведь, да? Достаешь. И стой там. Ты тоже стой там. Блин, да что-то так легко. Не может быть, чтобы так вот на изи все это было. Стоим на месте, ребят. Олах. Да и Олах тоже пускай стоит на месте. Ну, отсюда уже можно и бомбануть. Все, крышка тебе. Так, сколько опыта получим? О, опять маска. То есть эту маску я могу применить опять на кого-нибудь, да? Я могу ее применить опять же на инженера. А могу применить на лучника. Угу, плюс одна к атаке. Одна атака, ребят, это тоже хорошо, потому что, ну, чем больше урона, тем лучше. Так, идем сюда, посмотрим, что у нас тут. Ну, бежим, 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 друзья мои, бежим. Мы набрели на каменный колодец, окруженный деревьями. Он прекрасно сохранился, еще видны загадочные узоры и украшения. Мы набрели... А, ну это мы уже читали. Надпись на нем гласит: «Медяк в колодец сбрось, жди блага и лиха». Брось монету. Внезапно из колодца вылетело множество монет и алмазов. Остаток дня мы провели, собирая их. Нифига, ребят, такого раньше не было у меня. Все время какие-то новые задания. Так, ну что, здесь мы, наверное, возьмем. Или подожди-ка. Наверное, вот здесь надо будет улучшать. А что это такое? Выпускает стрелу, которая рикошетит до 3 раз между врагами, да? Урон всем врагам на своем пути. Не, лучше вот эту вот возьму. Надеюсь, я не пожалею о своем выборе. Так, ребята, теперь я хочу вот это вот снадобье придает выпившему бодрости. Если, например, вот сюда вот. А, вот, видишь, настроение улучшилось у него. Так, снимает очки усталости. Вот что вот это за зелье? С неизвестным этим. Выбрать, кто выпьет. Давай Олаха. Удача улыбнулась нам. У зелья оказались невероятные свойства. Оу, оу, оу. Фига себе, он и доволен. И сияет, как звезда. Это круто. Так, что у нас там впереди за... Что такое? Что это за засада еще тут на нас? Ни с того, ни с сего вдруг пошла. Ёк-макарёк, еще и голем. Это засада! Вот голема-то мне как раз и не хватало. Угу. Give me a target. Give me a target. Хорошо, что лучик у меня так бомбит далеко, а? Прям вот налюбоваться не могу на него. Давай-ка мы этого прижучим сразу. Шикарненько. Так, стоим на месте. Бежим, да? Голем у нас очень медленно двигается, так что пока переживать не стоит по этому поводу. А вот то, что мы не дотягиваемся... Блин, этот хлам, он... Ну ладно, фиг с ним, пускай он там подбежит. Чёрт же с ним. Давай сюда звезданем. Оглушение. Плюс уничтожение, да? Олах, ну тебе-то это вообще пару пустяков вот этого вот хламона-то завалить. Тем более под твоим этим божественным даром. Давай, наверное, пса этого шваркнем. Ильич. Ну, этот голодранец, да. Успел нанести, так сказать, урон. Что, теперь голему. Голем у нас имеет бронь. Отравить его, по-моему, тоже нельзя. Можно? Тогда все. Братюня, пока. И этому тоже крышка. Нет. Обознатушки-перепрятушки.
На, всыпали. Ой, голем, 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 я не завидую тебе. Ну-ка давай. Тыч. Рассыпался. Прекрасно, все идет хорошо. Нам бы еще кого-нибудь прокачать. Будет такого, 350. Мало, да? Мало. Ну что, двигаемся. Мне кажется, это путь, который дает замену. Мы услышали болезненные стоны и заметили неподалеку раненого героя, прислонившегося к валуну. Поговорить с героем. Подойдя ближе, мы увидели гнома-бомбардира с тяжелым, хоть и не смертельными ранами. Помогите моим бомбам не... Помогите моим бомбам не справиться с сектантами. Мы не можем с тобой не вылечить вообще никак. Продолжаем путь. Мы ничем не могли помочь раненому герою, поэтому пожелали всего наилучшего и продолжили путь. И продолжили путь. Так, у нас выбор: либо сектанты, либо демоны. Трындец. Либо сектанты, либо демоны. Да пойдем, наверное, на сектантов. Давай пойдем на демонов, фиг с ним. Надеюсь, выживем. Наш путь преградил огромный валун. Так, забраться на валун, передвинуть валун. Давай попробуем передвинуть, наверное, валун. Да. Мы с трудом отодвинули валун в сторону и двинулись дальше. Опа, 700 опыта. Это ж сколько мы с тобой опыта зарабатывали, что у нас ничего, никакого повышения не идет, а? Ну давай, двигайся-то уже. Так, смотрим, что за демоны. Будут поджигатели среди них или нет? Не хотелось бы, конечно, не встречаться, но... Ух, теперь найдем этих сектантов. Тот главный демон, ребята, стоит у нас. Какого лешего? План изменился, холопы. А, он же он усиляет свою команду этих демонов. Все, я вспомнил. Так, ну с этим-то, ладно, мы справимся. Так, на пятерочку, плюс его подвинули чуть поближе к нам. Вон там, конечно, три фейербольщика мне не совсем нравится. Так, здесь этого холопа сразу уничтожаем, да? Бежи, бегите, бегите. Так, здесь сделаем вот так. Джин, джин. Вон, сейчас будет, да-да-да, видишь, делает усиление. Этого холопа уничтожаем. Все, стоим на месте, ждем, пускай сами бегут к нам сюда. Блин, с этими вот фаербольщиками нужно быть аккуратней. Желательно бы их уничтожать сразу. Смэш, вот тебе, блин, смэш. Если я сюда подойду, я смогу? Я смогу, но лучше все-таки отойти назад. Стой здесь. Угу. Я могу его, в принципе, сразу зажарить. Вот так вот будет лучше, чтобы тут не возникал. Гном. Гном, стой вот здесь вот, подальше. Угу. Ты не достаешь, да, лучник? Ну вот это вот ты должен достать, вот этого вот охламона, в принципе. Ну-ка. Нормально. Одним дебилом меньше, да? А что у нас тут дальше с тобой происходит? Все-таки бросит, да? И поджег еще нас. Да фиг ли твой тун-тун-тун, сквош. Ну, звезданем мы его, ну и что, ну на пятерочку огрели. Оглушили, так сказать. Уничтожаем мы этого холопа. Лучше, так, ты... Вот, лучше вот этого. Прожарь. Так, блин, он горит. А, все, потух. Хорошо, что он потух, вовремя он потух. Так, лукарь. Давай, иди сюда.
Ты ведь достанешь до того, до дальнего? Достанешь. Шваркай его сразу же. Так, и остается вот этот демон. Достанем мы до него шипом? Нет. Мы шипом до него не достанем. Мы можем сделать хитрее. Поставим с тобой двойника. Вот так вот. И еще и фаербольчик зарядим. Так, гномом я рисковать не буду. Пускай он останется. Не хочу штрафные очки перед боссом получать. Пускай стоит здесь. Не понял? А, он вызывает демона, гаденыш. Вот он еще что делает, оказывается. Я этого не знал. Что ж тогда нам сделать? Ну, тогда мы с тобой сделаем немножко по-другому. Я вызываю сюда пса. Пес уничтожает этого холопа. Так, лучника, наверное, мы с тобой вот сюда вот уберем. Уничтожаем вот этого демона. Так. Да что ж ты опять-то не достаешь до него? Давай его шипом бомбить. И добиваем. Все. Крышка ему, как ты видишь. Идеальная победа. И мы с тобой двигаемся дальше. Так, 750. Ага. Прокачка, прокачка, прокачка идет. Наверное, будем инженера, да? Или как? Или лучше буйвола? Ну, буйвола что, крик? Фигик. А здесь все-таки можно получить баллисту вот эту вот. Теперь у нас выбор. Либо идти туда, либо идти сюда. Куда пойдем? Я пойду, наверное, сюда. Просто хочется посмотреть, что здесь у нас. Мы наткнулись на странный монолит. Казалось, будто он принадлежал секте, но сильно отличался от других артефактов, которые мы видели ранее. На нем был вырезан переливающийся символ и отверстие посередине размером с меч. Вставить маску можно было, прикинь? Коснуться его. Один из нас осмелился прикоснуться к монолиту, из-за чего символ засветился красным цветом и заряд энергии поразил всех нас полностью исчез. Оу. Спасибо. Наверное. Блин, ну он меня, как бы тебе сказать, он убрал штраф, наоборот, прибавил штрафных очков и, а что еще, и все? А, и дал денег мне, да, 180 монет. Че, получается, нам идти к боссу с тобой? Без еды, без всего, блин. Это будет трэш. А что тут ждать? Что ждать? Ну что вот я тут подожду, ребят. Вернуться я никуда не смогу. Подойти к порталу. Будем сражаться с тобой, блин. Получилось! Покончим с этим. Путь, наконец, расчищен. Какие же вы наивные. И не мечтайте навредить наблюдателю. Вперед дороги нет. Может, не поздно свернуть на объездную? Ха-ха-ха-ха. Последний шанс. Падите ниц пред ее всевидящим глазом. Или распрощайтесь с жизнью. И где же твоя армия? Еще не дошло. Я сама себе армия. И с этого момента начинается трэш. Друзья мои, готовимся. Так, найти двойника. Вот хрен знает, где он тут может быть. Значит, сделаем с тобой следующее. Рикошет. До трех, да? Можно бомбануть. Поехали. Попал? Попал я по ней. Камон, камон, камон. Ну давай встанем в разных точках. Сюда. Ты, в принципе, можешь вот эту пакость бомбануть. Олух у меня пойдет вот сюда. Ждем, стоим на изготовке, друзья мои. Появилась, да? Где она сейчас, самая гадость? Вот.
Сложно. Так, нам надо, наверное... А, лучник вначале ходит. Лучник. Ну, давай сюда стрельник. А, подожди, лучник же у меня в зоне риска стоит. Че, рискнем сюда, наверное, бомбануть? Не попал. Ну что же, давай попробуем сюда тогда. Опять мимо, да? Ну а если здесь? Да ты серьезно? То есть ты мне хочешь сказать, что она будет стоять вот здесь вот? Ну давай проверим. Нет, да? То есть я был неправ. Еще и стрельнул по мне, а? Как же я за это ее ненавижу, а, эту кикимору? Так-то могу, непонятно, вроде бы где-то, да? Давай сюда шмальнем. А это что, этот у меня еще и Минотавр спит, что ли, получается? Давай-ка сделаем вот так вот, бросим. Попал. По хламонке по этой. Здесь сейчас будет взрыв. Не волнуйтесь, ваше высочество. Их ждет большой сюрприз. Покажем им. Щупальцы, да? Блин, этот-то у меня спи... А, нет, очнулся, все. Так, Олах. Она появится здесь. Естественно, она появляется со своим суперударом. Поэтому Олах идет сюда. Ну, фиг с ним, давай сюда вот звезданем. Чтобы не было этого мусора. Ау! Так, щупальцы. Дело дрянь, друзья мои, дело дрянь. What's this? What's this? Ну, тут понятно, да? Тут надо... Тут надо, блин, черт знает, что сделать. Она будет бомбашить. Кто там у меня ходит первым? Лучник, да? Лучника надо уводить. Блин, ну не в огонь же его уводить-то, ё-моё. А бомбашит она далеко, да, насколько я помню. Уведу, короче, его сюда. Другого варианта все равно нету. Так. Блин, инженер, бедолага. Тоже достанется ему, да, ударом-то щупальца. И не только ударом щупальца получается. Ой-ой-ой-ой. И мне никак не помочь ему. Это же самое обидное. Ладно, давай сюда переведем с тебя. И просто ударим. Вот так вот. Аулах. Блин, Аулах, например, поставим. Вот здесь. И бомбанем сюда вот. Блин, сейчас достанется инженеру. Очень больно. Да-да-да-да-да. Еще ожог сейчас они получат. Короче, инженеру крышка походу делает. Сейчас посмотрим, она появляется будет. Видишь, и волна задевает как раз нашего инженера. Да, подбили, бедолагу. Это не есть хорошо, на самом деле. Так, лучник. Давай, наверное, мы с тобой сейчас бомбанем. Хорошенечко.
Что она там? Меня победили. Нет. Тебе еще есть силы бороться. Еще третья трансформация. Пора вас прикончить. Ух. Пошло-поехало, да? Вот ты смеш. Так, значит, смотри. Мы с тобой встанем вот сюда, вот. Лихо подальше. Так, олох. Куда у него будут лучи-то бить, я не могу понять. Ага, понял. Так, этот. Пускай сюда звезданет, фиг с ним. Неужели по лучнику все-таки ударят, а? Трэш. Это мы с тобой вдвоем с олохом, что ли, остаемся, получается, да? То есть олох и буйвол. Обалденная перспективка, я тебе скажу. Хорошо ты вжарила тут, чурва. Очень хорошо. Так, мы отойдем с тобой сюда. И сделаем вот так вот. Пятерочку, да? Естественно, куда-то там улетела, упорхала. Так, клешня будет бить. По-моему, по мне не попадет, да? Судя по всему. А вот глаза куда эти будут бомбить, я фиг ее знает, ребят. Куда это они будут шпарить? А может быть, не сюда вот встать? Так, хорошо, пропускаем ход, смотрим. Дыдыч. Так, куда эти глаза сейчас влупят? Мимо. И этот тоже, по идее, должен не попасть по мне. Отлично. Так, появляйся, кикимора. Мы тебя ждем. Блин, у него еще здоровья, офигеть сколько. Опять глазастые появились. Упс. Угу. Так, ну здесь-то мы с тобой можем что сделать? Только лишь вот сюда, наверное, отойти. И брось вот тут дерьмо туда. Таким вот образом. Так, вся надежда на олоха. Так, у нее волна одна пойдет сюда, да? Значит, нам нужно с тобой сместиться сюда. И сделать вот так вот. Бабах. Бабах. Лишь бы глаза по мне не попали, остальное все ерунда. Твою налево, а? Сколько у нее здоровья там остается? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь. То есть, если она сейчас появляется, она по мне не попадает. Нам нужно ее сейчас валить. Вот именно сейчас, или никогда уже, ребята. Так, ты подойдешь, успеешь меня дойти-то, родной? Ты-то сможешь дойти, но... Нет у тебя атаки офигенно мощной. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну что ты вот сюда ставишь? Блин, а я все профукал, блин. А олох-то, ё-моё. Ну что ты, стой здесь. А олоху и уйти некуда, прикинь.
Мы же, по-моему, огонь не боимся, да? Огня. По огню можем спокойно ходить. Но здесь этот глаз стоит. Угу. Вот сколько, блин, сейчас, вот я не знаю, ребят, сколько. Вот сколько у нас этот отнимает? Урон 8. Сколько у этой ведьмы? Раз, два. Рискнуть, что ли? Перейти сюда и рискнуть. Ну, перейти вниз, я имею в виду. А, погоди, погоди, мы же можем. То есть он вблизи тоже бьет, да? Или нифига? Короче, я вот сюда встану и попробую сделать вот так. Да ну нафиг! Ну, пипец, короче, ребят. Я думал, что он вблизи сможет бомбануть по ней. Так, ладно, глаз не попал. Этот тоже не попал. А вот тот, по-моему, по буйволу попадет, да, глаз вверху, который. Нет. Слушай, ну тогда все, тогда мы выиграем, ребят. Смотрите, сейчас она перемещается вот на эту клетку фиолетовую, которая у нас справа. И мы уже издалека бомбим. Тут и наш дойдет вот этот вот бык. Фу. Она попала. Она попала, друзья мои. Смотрите. Идем сюда. Бац. Блин. Ошибочка вышла небольшая. Ну как ошибочка? Это не ошибочка, так. Мелочи. Щупальца же по нам не достанет? Нет, та тоже не достанет. Глаз бомбанет по мне. Вот глаз по мне бомбанет, ребята. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Глазик-то. Что-то я про него не подумал. Вот этот, который сверху. Именно он достанет. Не этот, а вот ниже который. Или не достанет. Ух. Тогда нам повезло. Ну все, друзья, добиваем эту, короче, шарамыгу. Сейчас мы ее нахлобучим. Это уже бесполезно, что он тут пытается сделать. Зарую он у нее на один удар. Эй! Да какой смеш, ё-моё. Давай иди сюда, сделай свой смеш. Добей ее. Пумс. Хотя я хотел олохом это сделать. Так я и думала. Че там с ней? О, нифига там уродец какой. Думаете, победили меня? Я так просто сам сдался. Заберу вас с собой. А, он хочет тут все типа уничтожить. Ага. Пора уносить отсюда ноги. Быстрее, пока не поздно. Мистер Стрэндж. Доктор Стрэндж пришел, да? Я подвел вас, владыка. Я не заслуживаю милосердия. Ну и ты сам видишь, что здесь произошло. Взрыв, короче, на макаронной фабрике. Позже. Тут веселуха вам вовсю позже тут. Смотри. Винище бухает, пивасик. Все довольны. Все счастливы. Победа! Оу. Ё-моё, у Олаха новая возможность, специальность появилась. Так, победите Иризу и изгоните наблюдателя.
Завершите приключение угрозы. Так, извини, в режиме боец. Завершите приключение с Олохом. Завершите приключение с героями из каждого класса персонажей. Вот такие вот анчивочки я получил, друзья. Ну и, как ты понимаешь, мы с тобой прошли игру. Но на самом деле, там можно было бы, конечно, еще подкрывать новых персонажей. Там есть специальные задания для них. Да? То есть там открыть можно варвара, можно открыть... Ох ты. Южнее в эльфийских землях. Не может быть. И ничего нельзя сделать? Нельзя. У нас нет выбора. Призовите генералов. Каждого из них. Так, вы только что разблокировали новую легенду, ребята. Это Рексон. То есть, ты понимаешь, в чем прикол, да? Там был Везнан. И он хотел призвать каких-то генералов. Судя по всему, мне кажется, что в этой игре будет еще продолжение. Во-первых, смотри, здесь у нас слева, видишь, ледяная гора. Мне кажется, там что-то будет обязательно. Мне кажется, что-то будет еще в лесу, вот здесь вот правее. Вот территория есть свободная, да? И вот здесь вот, видишь, сама башня Везнана. Вот там тоже что-нибудь, мне кажется, будет. И вот пустыня внизу, могли бы сюда тоже что-нибудь включить. Возможно, ребята, будут еще дополнения какие-то, скорее всего. А вот Рексон, это, наверное, чувак крутой. Придя из далекой страны, Рексон увидел, что ленирейцы в опасности. Он снова пустил в ход свои клинки, чтобы защитить их от сил зла. То есть это какой-то убийца. Будучи одержимой местью, так превращает свое недостающее здоровье в двойной урон. Затем восстанавливает немного здоровья. Нифига себе! Представляешь, если у него мало жизни, он превращает это все в атаку и от этого еще и отхиливается. Крут, крут, чувак. На самом деле здесь вот варвар. Но чтобы его получить, ребята, вот смотрите, видите, тут анчивка. Сохраните в живых молодых варваров не менее одного до конца боя. Есть там такой сюжетик. Темного рыцаря можно, ребята. Победите темных рыцарей на посту армии тьмы без потерь. Знахарь. Выиграйте схватку с одним героем и одним очком здоровья. Проще, мне кажется, некуда, да, сделать это. Всех подставить на последнем бойце, там, на каком-нибудь выражении. Всех уничтожить своих, да, и оставить одного персонажа с одним очком здоровья. Все. То есть вот трех персонажей можно будет еще открыть. Ну что, друзья мои, а на этом я закругляюсь. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.